12 августа 2016 года из жизни ушел наш автор-соведущий и просто хороший человек Дегтярев Владимир Николаевич. 23 августа у нас был запланирован живой эфир на тему «Клады и схроны», но Рок распорядился иначе. Памяти Дегтярева Владимира Николаевича посвящается. Всем здравия! С вами Народное славянское радио и Алексей Орлов. 14 августа 2016 года на почту редакции пришло вот такое сообщение. Ушел из жизни Дергачев В.Н. Лежал в больнице в Новомосковске, сделали операцию, и 12 августа ночью остановилось сердце. Мне сообщила его жена. Хотел отвезти в Москву в Сербского. Врачи сказали, не довезешь. Сердце плачет. Не уберег гения. С уважением, Владимир. После этого письма я погрузился в раздумья. Кто такой Дергачев? И почему о его кончине мне сообщает Владимир? Чтобы прояснить для себя ситуацию, я написал Владимиру так. К сожалению, не был знаком. Расскажи о нем. Полученный от Владимира ответ меня сразил. «Вчера я так волновался, – написал он, – что перепутал фамилию. Вместо Дегтярев написал Дергачев. Прошу прощения, я и сейчас волнуюсь. Умер Дегтярев В.Н. в ночь на 12 августа. Мне сообщила эта жена. Я не могу поверить. Столько было планов на будущее, и все рухнуло. Я просто умолял его заняться собой. А он мне: «Вова, кончу четвертую книгу. И я в твоем распоряжении. У вас столько прекрасных ребят-целителей выступают. Слушай, делай и не болей». С уважением ко всем, Владимир. После этого я связался по телефону с Владимиром и выяснил обстоятельства случившегося. Оказалось, что Владимир Николаевич почувствовал сильную боль в ноге. Долго терпел, отказываясь обращаться к врачам. Когда же его доставили в больницу, то оказалось, что в ноге отделился тромб и начал перемещаться в сторону сердца. Это обычное дело для курильщиков. Владимир Николаевич в свойственной ему манере сообщал друзьям и знакомым о том, что через несколько дней его выпустят из-под капельницы и все пойдет своим чередом. Однако у врачей было другое видение ситуации. На их взгляд требовалось срочное хирургическое вмешательство, причем радикального характера. Ногу отрезали, но через несколько часов сердце Владимира Николаевича остановилось. Узнав столь печальные подробности от Владимира, я связался с директором издательства «Белые альвы» Удаловой Светланой Николаевной. Пообщавшись по телефону, я предложил ей сделать запись небольшой программы, посвященной памяти Владимира Николаевича. Давайте послушаем эту запись. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, и мы начинаем беседу со Светланой Николаевной Удаловой, руководителем уже хорошо известного многим нашим соотечественникам, не только людям, живущим в России, но и за рубежом, издательства «Белые альвы». Здравия, Светлана Николаевна. Добрый вечер. И говорить мы сегодня будем по достаточно скорбному явлению, которое случается в нашей жизни, связанным с уходом из жизни хорошо нам всем известного человека – одного из наших авторов, выступавших на радио неоднократно нашим народом славянском, и автора книг, которые издавались в издательстве «Белые альвы» Дегтяреве Владимире Николаевиче. Итак, Светлана Николаевна, Дегтярев Владимир Николаевич, кто это вообще такой за человек, чем он запомнится, что он сделал в этой жизни, как вообще с ним познакомилась, вот, да, наверное, с этого и начнем. Ну, я, наверное, расскажу просто, как наше знакомство произошло. Ну, поскольку я издатель, то часто получаю предложения по интернету. Так и в данном случае. Это было 5 лет назад, если точно не помню, но примерно так. Я получила предложение на издание книги. И эта книга как раз была по протоязыку. Сам Владимир Николаевич, он вообще-то член Союза писателей, он закончил ГИК,
У него есть фильмы, снятые по его сценариям. Он такой киношник, скажем так. А это его была первая проба в области дешифровки языка русского, древнего языка. И когда я получила, я его не знала, я просто получила эту работу. И поскольку это одна из ключевых тем нашего издательства, и лично я этим очень интересуюсь, у меня сразу сработало вот внутреннее ощущение, что это мой автор, мне надо срочно с ним связаться. Я ему тут же написала письмо, что я готова издать эту работу. И хотела бы с ним переговорить, попросила дать мне телефон. Мы с ним тут же созвонились, и я сказала, что мне хотелось бы с вами встретиться. Ну, поскольку он жил под Тулой, то он сказал, что приехать не может как раз. Он болел в то время, у него были проблемы с ногами. Ну, поскольку меня очень заинтересовала эта тема, потому что совершенно неординарная была работа, я сказала, что я приеду к вам сама. Я быстренько собралась и поехала к нему в Тулу. Не в Тулу, а это в Новомосковск, под Тулой. Приехала к нему домой, и мы с ним 2 дня, вот так с утра до вечера, вели беседу. Знаете, как взахлёб бывает. Вот один пишет, другой издает, и это настолько интересно, близко. Я поняла, что это наш автор. Вообще он, конечно, удивительный был человек, очень добрый. Вот с такой широкой душой, очень любознательный, я бы сказала, энциклопедических знаний. Потому что вот на любую тему с ним можно было разговаривать. Он сыпал фактами. Ну, наверное, вы знаете, и читатели знают по передачам. Я слушала его передачи по радио. Даже иногда я его за это немножко ругала. Говорила, что ну, он переходит с одной темы на другую, как бы как вот в интернете, с одной ссылки на другую. Но это просто колоссальный опыт, колоссальная такая устремленность к знаниям и накопленный огромный материал. И он мне рассказал, как он начал заниматься этой темой, темой протоязыка. Об этом он писал в своих книгах, поэтому, я думаю, те, кто его читают книги, знают об этом, он так искренне об этом писал. И вот в течение вот многих лет мы издали уже очень много книг его, которые, кстати, одни из самых таких востребованных книг нашего издательства. Мы с ним, в общем, часто достаточно общались и по телефону, и в Москву, когда он приезжал, и на выставки книжные он всегда приезжал, встречался с читателем, много было встреч, интересных разговоров, интересных знакомых. И я его с интересными людьми постоянно знакомила и по интернету, и так лично, и с нашими авторами, поэтому он такой вел достаточно очень активную переписку и активную жизнь. Меня он поражал, знаете, чем? Что он такое впечатление, я не знаю, сколько в него вмещалось, но, наверное, благодаря тому, что он владел скорочтением. Вот он мог огромную толстую книжку прочитать за день. Он к нам, когда приезжал в издательство в Москву, я ему обычно подготавливала целую стопу книг, и говорю, Владимир Николаевич, вот это вам будет интересно, интересно. И там на другой день я с ним встречался, он говорит, я уже это посмотрел, это я прочитал и так далее. И я просто поражалась. Он говорит, ну вот, если вы мне это дадите, ну, мне там хватит там, ну, на неделю там целую сумку книг. Вот удивительный, конечно, человек. Очень много материала у него еще не оформлено. Вот у меня лежит 2 романа его, исторических, очень интересных. Одна вообще из древности, а другая касается Ивана Третьего. Вот я как раз, когда мы с ним начали сотрудничать, я сказала, давайте так, сначала, поскольку у нас читатели все-таки не художественной литературы, а такой мировоззренческой документалистики, я говорю, давайте сначала мы издадим книги вот по протоязыку, потому что это ближе и нашим читателям, и мне это интересно, и тема очень глубокая, ее надо обязательно заявить. А потом мы по ходу уже посмотрим, что с этими романами. Конечно, я обязательно издам эти романы. Мало того, вот сейчас удивительно получилось, что перед его... Он лег в больницу. Я сказала, на 2 недельки я лягу в больницу. А как раз мы закончили книгу, которую собирались представить на книжной ярмарке. Я его попросила обобщить как бы все вот книги, которые в направлении протоязыка, и сделать словарь. Потому что читатели приходят, задают какие-то вопросы.
по дешифровкам, потом как, допустим, могут ли они сами заниматься дешифровками, ну, в том ключе, в котором писал Владимир Николаевич. Но я сказала, что Владимир Николаевич, сделайте мне такую книгу, потому что слоги можно читать и в эту сторону, и в ту, и там совершенно разное прочтение. И есть 9 уровней, о которых он говорил, дешифровки. Есть цветовая гамма, которая ложится на смысл. Ну и вот попробуйте сделать словарь, собрать воедино все основные термины, понятия, которые есть в ваших книгах. Он очень загорелся от этой идеи. И сейчас я понимаю, что или это было, может быть, какое-то наитие у меня, что я попросила его отложить другую книгу и сделать быстренько эту. И вот представляете, вот он сделал эту книгу, и вот сейчас он ушел, и эта книга получилась как будто какая-то точка заключительная, хотя, наверное, даже не точка, а восклицательный знак. Потому что она позволит все его книги перечитать заново и использовать вот этот уже словарь в собственных дальнейших исследованиях. Вот я, с одной стороны, очень скорблю, что его нет, а с другой стороны, я рада, что мы успели сделать вот эту книгу, потому что бывает, часто автор уходит, и остается много недосказанного. А это остался ключ, с помощью которого можно будет делать открытие. Да, интересно получилось. Как раз вот именно как точка или восклицательный знак его жизни. Но ведь нельзя говорить, наверное, так, что он прожил свою жизнь окончательно. Нет, и нет. У него было много планов. Я разговаривал с разными людьми, которые его знали. И там были планы поездок куда-то в Сибирь, поездок в какие-то разные места. Да, ему переписывался. Очень много ему писали люди вот по каким-то новым, даже закрытым, ну, открытия есть, но которые не афишируются пока прессе, ему задавали вопрос, он пытался отвечать, что это может быть, ну, какие-то древние раскопки и так далее. Он вообще вел очень активную переписку и с Новосибирском, в котором он жил до переезда по Тулу, и вообще по всей стране. И вот я его с многими своими авторами познакомила, он тоже очень активно с ними переписывался. И очень щедро делился всегда всем новым, своими открытиями, чужими, интересной информацией. Мы постоянно вот друг другу что-то перебрасывали по электронной почте, и у меня накопилось много его отдельных вот таких вот размышлений, открытий каких-то, которые я, наверное, потом сделаю сборник, постараюсь это все выстроить. И попросила его жену тоже тщательно, как-то бережно собрать все, что у него осталось в компьютере недоделано, потому что он несколько книг параллельно всегда писал. Одну, он даже, ну, одну книжку сказки свои, не собственные, такие ведические сказки, интересные. Но он, Владимир Николаевич, вообще так очень тщательно относился к тому, что он делал. Он сказал, что вот, знаете, что удивительно, сказку написать сложнее всего, потому что она должна быть лаконичной, она должна быть сакральной, и она должна побуждать человека идти дальше. Вот я слышу разные направления, и, наверное, нашим радиослушателям становится непонятно. Так все-таки чем он занимался? На радио выступал он с одними темами, а тут, оказывается, у него были и литературные произведения, и сказки он писал. У него в издательстве «Вечи» вышло, по-моему, 3 его романа, и буквально вот он приезжал месяц назад в Москву и подарил последний роман, который «Вечи» вышел, в серии «Современные писатели-историки». Вот она как-то так. Сейчас я ее, к сожалению, эта книга, наверное, у меня не дома, а находится в офисе. Это вот буквально он ее приезжал за этой книжкой совместить встречу с нами и получить авторские экземпляры из «Вечи». У него там вышло 3 романа всего исторических. Потому что он начинал именно как писатель художественной литературы. Это вот его встреча, его в Казахстане его, когда он там жил, он же работал в кино, в документалистике. У него там была киностудия, которую он возглавлял. Очень много ездил по Казахстану, снимал очень много. Он был там известным человеком. Известные события, которые в Казахстане начались, как и по всем другим странам СНГ, ему срочно пришлось уехать в Новосибирск. Он знаком, он же закончил УГИК, он же сценарист и писатель, и снят фильмы
на его сценарии. Как-то он у нас был в офисе, кстати, сохранился документальный фильм, где он рассказывал вообще о том, как правильно снимать фильмы, в чем состоит операторская работа, нюансы съемок. И были люди, тогда в свое время я пригласил знакомых наших друзей вокруг издательства, и вот он прочел такую лекцию. Есть, кстати, видеоматериал на дисках, сохранился. Вот, слава богу, вот видите, какие неожиданные вещи вспомнила сейчас, говоря про это. В общем, разноплановый человек был. А с точки зрения именно человечности, что о нем можно сказать? Знаете, он был настолько такой простой в общении. Вот со всеми я всегда поражалась. Он со всеми разговаривал так, как будто он этого человека давным-давно знает. И вот такое впечатление, как будто вот они вышли покурить, да, и вместе покурили, и у них обо всем договорились, и друг друга поняли. Вот какая-то такая вот простота. Удивительная простота. Причем это он со всеми сходу разговаривал, умел вовлечь в свой разговор. Перед самым вот как раз в последний отъезд его познакомила с очень интересными людьми, читатели его, такие серьезные очень люди из серьезных структур, которые читали его книги, очень были заинтересованы с тем, чтобы лично с ним поговорить, задать ему какие-то вопросы. Я вот с ними его познакомила. И тоже пришлось мне им сообщить вот о такой ситуации, что он скоропостижно умер. Совершенно неожиданно. Жить и жить еще человеку, конечно. И колоссальное количество начатых книг. Да. Я когда с ним проводил эфиры, мне тоже было достаточно легко с ним общаться. Очень легкий человек в общении. Но вот это его энциклопедичность и жажда жизни, он именно жаждал жить постоянно, он в этой жизни находился, присутствовал, вот мне кажется, вот засни, он все равно в ней будет присутствовать, не отключался никогда. И вот эта вот жажда жизни, жажда приключений, исследования, она постоянно уводила куда-то в стороны, вот он начинал там разбирать новую тему, и мы с ним даже ругались после эфира, говорю, ну что ж ты делаешь, ну как же так можно-то? Ой, ну извини, извини, в следующей передаче я прям конспект себе напишу, прям подготовлю. Я ему тоже об этом говорила, и говорил Владимир Николаевич, вы как в Википедии, посмотришь, там ссылка на ссылку, вы по древу поэтому идете, потом уже трудно вспомнить, с чего началось. Это вот переполнение знаний, потому что он колоссально много читал. Я просто удивлялась. Очень много словарей смотрел. Я помню, мы ему тоже скачивали и сканировали словари. Как всегда, обычно автором своим подбираю книги. Если я что-то вижу интересное, я покупаю на всю команду. И есть такая библиотека у нас издательская, когда авторы могут брать, работать с ними, возвращать другими, обмениваться и так далее. Я поражалась этой скорости, с которой он работал с книгами. Вот постоянно целую, я не знаю, целую сумку я ему всегда книг давала, когда он приезжал в Москву. И он когда уже собирался, спрашивал, Светлана Николаевна, у вас там есть что-нибудь новенькое? Мне читать нечего. Поэтому он там ходил у себя в своем городке библиотеку, брал какие-то книги постоянно, и мне все время говорил, что вот у него очень, в последнее время он очень много сказок читал, поскольку работал вот над сказками, очень много читал сказок, причем сделал выводы, что сказки после вот советского времени, которые издавались, они подверглись сильной редакции, как это ни странно. Какие-то сакральные вещи, он говорит, я вижу по тексту, по названиям, что исчезли. Поэтому я как-то вот ездила, езжу, поскольку на русский север, я ему там в библиотеке тоже смотрела северные сказки, именно издания вот еще начала века, потому что они не затронуты. А в сказках, вы понимаете, вся наша история, реальная причем. Да. Вот его сказка, я не знаю, был ли эфир по сказкам, я вот не помню, был эфир, «Сказкины тайны» только для взрослых у него книга была. Мы постоянно касались каких-то сказочных тем, угу. Поэтому здесь нельзя сказать, что у нас был какой-то конкретный эфир по сказкам, но мы касались постоянно сказки. Он угу. И библиотека Грозного, и там «Тайны, клады», он постоянно к сказкам прибегал. У него эта книга очень интересная, там очень интересные расшифровки сказок, совершенно неординарные и не на другие. Много же авторов, которые работают над смыслом сказок. Но у него она совершенно оригинальная. Вообще, подход его... Кто-то может соглашаться, кто-то не соглашаться. Но люди, вот, которые его поняли, ключ, взяли этот,
они вот уже становятся такими серьезными поклонниками, и они ждут его книги, изучают досконально, перечитывают и делают для себя сами открытия, и уже начинают сами что-то делать. Вот для меня вот это важно как издателю, что это не просто ты прочитал книгу и положил, а она живет с тобой рядом. Что касается отношения к нему, то да, здесь как-то радиослушатели разделились на три лагеря. Первый лагерь – это те, которые в штыки просто не принимали. Да. Потому что ну что за бредятин он там несет, себятину какую-то. Другие говорили, ну, вполне интересно рассказывает, почему не послушать как очередную сказочку, да? Угу. А кто-то даже писал, ой, как здорово, интересно, я проникся, где можно дальше, вот то, что как раз рассказали. Да, и когда мы с ним говорили об этом, он критику принимал очень просто и легко, как будто бы это его не касалось она. Никогда не обижался, никогда не обижался. И всегда он сказал, да, я подумаю, приму к сведению, если вот мы с ним работали по рукописями. Есть авторы, которые очень болезненно воспринимают любые замечания. Он сказал, нет, нет проблем, да, я исправлю, действительно там, как правило, всегда соглашался. И такой очень компромиссный человек, очень деликатный. Хотя у него иногда были очень резкие высказывания, я ему тоже говорила, что вы как-то так все-таки контролируйте свои высказывания, эмоции иногда захлестывают. Да, он часто ссылался на то, что после передачи был обязательный созвон, обязательно были удары по голове Светланы Николаевны, которые его в рамки все время ставили, нормального проведения эфиров. Потому что я, говорит, лазию постоянно, мне хочется это сказать, и это. Светлана Николаевна меня как загрузит, как поставит на место, и я сижу потом, тружусь над ошибками. Да, я ему после этого обязательно звонила и говорю, сейчас будем разбирать ваш эфир. Что понравилось, что не понравилось. Вот и какую оценку я ставлю вам, и там вот те читатели, которым я, то есть мои друзья, которым я рекомендую. Но, во всяком случае, автор, он, конечно, неординарный и яркий. Я люблю людей вот такого плана, которые стереотипы рушат. Да, таких людей всегда терять жалко, очень жалко, досадно, прискорбно. Потому что еще, казалось бы, вот из наших разговоров, планов тут было громадье, наброшен был целый перечень тем, которые можно было поднять. И вдруг вот такая... На мой взгляд, смерть. С ним можно было на любую тему говорить абсолютно. Это касается и географии. Он следил за всеми открытиями и материалами Русского географического общества. И много людей, которые были так или иначе связаны с ним, тоже ему писали и задавали вопросы, консультировались. Очень многие, вот то, что у нас серия, она называлась первая как бы... для кладоискателей, но под кладом понимался не буквальный клад, хотя и буквальный клад, но и те клады, которые стоят вот за вот этими литературными, за сказками, мифами, легендами, за топонимикой и все, что с этим связано. И Владимир Николаевич давал подсказки людям, но он таким как-то это не афишировал, но с его помощью были сделаны интересные открытия. И буквальные клады были найдены. То есть это подтверждает то, что его подход, он верный. И он не придуманный, как многим может показаться фантастическим. Люди, которые с ним связаны были, и которые уже получили положительные результаты, были постоянно с ним на связи. Да, я обратил внимание, что здесь, наверное, были разночтения в терминах, потому что есть термины, которые привычны всем нам, угу. Когда мы говорим о славянском мире, о русском мире, да, а у него был свой словарь, вот о чем мы как раз говорили, где он употреблял те слова, которые были непривычны в понятиях. Ну, как он произносит слово «русский», а оказывается, это вот другое, славянин, оказывается, это другое. Говорит там про быка или дракона, а это там другое и так далее. И вот тут его часто, конечно, встречали штыки, и во многом я тоже с ним был не согласен. Вот иногда я говорю, подожди, ты можешь по-другому как-то говорить? Почему ты говоришь именно так? Говорит, хорошо, я в следующий раз скажу по-другому, в следующий раз я вот так. То есть он никогда не конфликтовал. Если он видел, что это для пользы дела, то в этом случае необходимо искать способы донесения информации. И, конечно, это был удивительный человек с удивительными такими чертами, характерами, он и компромисс придерживался, компромисса, если для дела нужно было, но в то же время, если это вредило делу, он мог на своем жестком стоять. Здесь я полностью согласен. Ну, дело в том, что у него, так если можно сказать, и глубина, и широта его взглядов. Это все сочеталось удивительным образом. И он
тем, вот меня поражало, что он занимался всем тем. Его интересовала там и нотная, и там азбука. То есть, как перевести, допустим, название нот на вот все, тот сакральный смысл, и как это, в какую систему это ложится. То есть, ну, казалось бы, да, какое-то отношение. А вот через язык вот он пытался вскрыть, ну, много материалов. Я сейчас не буду все перечислять, но меня вот поражал вот этот диапазон. Музыка, история, география, эзотерика, там, философия, все что угодно. А про историю я вообще уже не говорю. А когда выходит, планируется выйти книга? Книжка, она уже сдана в печать. Она, книжная ярмарка будет с 7 по 11 сентября на ПВЦ. Московская книжная ежегодная ярмарка международная. Вот ее книжку, это словарь древнего слогового русского письма мы представим. Он там очень интересный материал дам. Это просто вот настольная книга. Я с удовольствием работала с этой книгой, и я рада, что вот мы ее к выставке сделаем. Но жаль, что его не будет уже. А большая по размеру, по объему? Нет, она компактная книжка. Мы как раз на эту тему говорили. Владимир Николаевич, он не любил тоже большие книги писать. Потому что книга, я говорю, она должна лаконично быть. С одной стороны, она не должна загружать человека тем, чтобы вот когда человек видит перед собой большую книгу, ну, понимаешь, что надо всю ее прочитать. А бывает книга такая насыщенная, что ей достаточно, нет, там всего 130 страниц. Но достаточно. Но она нагруженная очень серьезно, и там, ну, каждый термин, каждое слово, все по алфавиту выстроено. Вот выстроено как классические словари с большой вводной части – и с двумя приложениями очень интересными, и с послесловием интересным. Об авторе можно говорить бесконечно вообще, о любом человеке можно говорить бесконечно, но труды человека, они лучше всего о человеке говорят и являются лучшей памятью о нем, независимо от того, хорошие труды или плохие. Если же мы говорим о таком человеке, как Дегтярев Владимир Николаевич, то, наверное, его книги, они являются тем самым сказанием о нем самом и самым лучшим, что можно о нем сказать. И я рад тому, что вот так вот хотя бы удалось, прям буквально за несколько дней до его кончины, вывести книгу на финальную такую трассу, и уже будет она представлена в сентябре. Это очень, ну, подарок, где слово, наверное, не подходит, но знаково, это очень знаково. Нет, очень знаково, потому что это обобщение. Я просто сама вот ахнула, когда я об этом узнала, и думаю, это же надо, вот такое совпадение. И как раз в день, когда он ложился в больницу, я ему послала верстку попросить посмотреть ее. Он говорит, через две недельки я выйду и быстренько все это мы сделаем. Вот так вот мы, как говорится, планируем, но есть то, что выше нас. Память о его, конечно, в книгах, его книги надо перечитывать, и они неоднозначно сразу не воспринимаются. Но вот словарь поможет во многом. В заключение у нас есть традиция, когда мы что-то желаем нашим радиослушателям, но в такие передачи, наверное, надо что-то говорить не радиослушателям, а тому, кому посвящена эта передача. Что доброго, вечного, красивого можно сказать этому человеку, который уже в ближайшее время нас окончательно покинет и перейдет уже в Навь. Ну, надеемся, все-таки будет с нами держать связь какую-то, и, может быть, даже еще пересечемся с ним. Но все-таки что можно ему сказать? Я рада, что судьба меня свела с этим человеком. Я рада, что он был в команде «Белых Альф». Я рада, что он остается в этой команде своими книгами, своим теплом, своими мыслями, своими идеями, которыми обязательно мы продолжим то, что он начал. И всем читателям я желаю хранить эту память обо всех людях, которые нам знакомы и незнакомы, и все мы вместе делаем большое дело во имя наших предков. Благодарю за теплые слова от себя. Я Владимиру Николаевичу тоже хочу сказать, что Владимир Николаевич, сварга тебе пречистая. Пусть твой будет восхождение светлым и добрым, как это, в принципе, и должно быть у каждого человека, наших кровей, наших родов. И память о тебе останется в книгах, и в записях добрых твоих и веселых рассуждениях, которые
слышали наши радиослушатели, а я благодарю судьбу за то, что мне удалось с тобой пообщаться с таким светлым, позитивным, очень добрым человеком. Добра тебе во всех мирах и во всех временах. Благодарю, Светлана Николаевна, за участие, за добрые слова. Алексей, благодарю за память. Нашим радиослушателям желаю тоже добра. Включайте здравомыслие, будьте достойными наследниками наших великомудрых предков, наших богов светлых. Пусть все у нас будет хорошо. Пусть никогда нас не посетят горести, те, которые мы не заслуживаем. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. До новых встреч. После разговора Светлана Николаевна сказала мне, что есть несколько людей, хорошо знавших Владимира Николаевича, и как человека, и как писателя, и как журналиста-репортера. Я связался с предложенными ею людьми и предложил записать короткие беседы, посвященные памяти нашего автора-соведущего. В скором времени получил вот такие ответы. «Увы, сейчас технической возможности у меня нет. Я знал Владимира Николаевича много лет как телекомментатора. Он был моим учителем. Но его писательская работа, его культурно-исторические поиски не столь знакомы. И я не знаю, откуда у него возник интерес к изучению древних цивилизаций. Мы в своей-то не разобрались. Образ прошлого, который он воссоздает, во многом спорен, и я его воспринимаю скорее как фантазию автора. А может, мы вообще не созрели для понимания своего прошлого? С уважением, Сергей Берзин». Второе письмо более обнадеживающее. «Я готов сказать пару добрых слов. Мы с Владимиром Николаевичем много вместе работали. Он даже книгу писал со мной в качестве прототипа главного героя. Вот только проблема в том, что скайпа у меня нет. Есть ли какие-то другие технические формы? С уважением, Дмитрий Соколов». Я написал Дмитрию, что можно все записать на диктофон и переслать мне. Дмитрий ответил: «Хорошо, так и сделаем». Но буквально за один день до эфира пришло вот такое сообщение. «Добрый день. К сожалению, улетел срочно в командировку. Вернусь только завтра. Поэтому записать выступление не успеваю физически. Дмитрий». Сегодня на 20:00 по московскому времени был назначен очередной живой эфир с Владимиром Николаевичем Дегтяревым «Клады из Хроны». Вот такое письмо по намеченной передаче я получил от него за несколько дней до описываемых здесь событий. «Клады из Хроны» – это две разные вещи. «К-лад» – это естественное, законное, по обряду или по обычаю, по УК-РФ, укрытие любых вещей, за сохранность которых опасается их владелец. Корневое определение в этом понятии – лад. Оно имеет славянское происхождение и образует весьма положительные для человека сущности – склад, уклад, заклад, вклад, доклад, приклад и так далее. Поэтому переданный по наследству клад, открытый для использования через любой срок, не может быть оккупирован государством и должен быть передан наследникам без уплаты налогов, пошлин и всяческих процентов. В другом смысле толкуется понятие «схрон». В полном написании это понятие выглядит так. Сущность «хо-ро-он», где древнее описание «хо-ро-он» переводится как некая металлическая, кристаллическая вещь, передается смерти. В данном случае речь идет об утоплении этой сущности в воде или земле. То есть явно описывается момент противозаконный, например, в землю закапывается, прячется, награбленное золото. Есть два способа создания укрывательства – кладов и схронов – русский и славянский. В передаче я расскажу о местах, где свои личные сокровища положил вклад последний в роду князь Радзивилл. Это княжеское владение Несвеж, Белоруссия. И где спрятал свою личную казну царь Борис Годунов, где находится третья часть Византийской империи. А любой русский имеет на нее наследственное право, ибо казна собиралась из налогов жителей Византии. Особое внимание будет уделено раскрытию клада Нибелунгов, более известному как «Золото Рейна», и вполне открыто описанному в поэме германского эпического цикла «Бойе Вульф».
Мне довелось в качестве консультанта поработать в интересах одного русского немца, переехавшего в Германию 20 лет назад. Мы были с детства знакомы. Как не помочь? Он и открыл тот клад Нибелунгов, точнее малую часть его, в районе реки Рейн. Тот клад Германия срочно отобрала у парня, вообще засекретила этот факт и засекретила вещи и изделия, которые тот с нашей помощью обнаружил металлодетектором на глубине всего 30 сантиметров от поверхности почвы. Добровольно сообщу для других русских немцев, что в районе реки Рейн осталось еще 9 десятых золота и серебра в слитках и в изделиях, спрятанного Боевульфом. С уважением, Владимир Николаевич Дегтярев. По-разному относились радиослушатели к его выступлениям. Кто-то с уважением, кто-то с саркастической улыбкой, а кто-то с ненавистью. Кто-то называл его труды интересным открытием. Кто-то говорил, что это фантастика на тему славянства и русскости. А иные заявляли, что повествование больше смахивает на бред сумасшедшего. Я не беру на себя ответственность встать на чью-то сторону, что-то публично утверждая. Не со всем сказанным Владимиром Николаевичем в передачах я соглашался. И в этом нет чего-то удивительного или сверхъестественного. Каждый человек имеет свое мнение и свою точку зрения. Я не исключение. Однако, невзирая на все, я с уверенностью могу сказать, что Владимир Николаевич оставил в моей жизни очень светлые и добрые воспоминания. Его неуемная тяга к познаниям, исследованиям заражала окружающих пытливой энергией для активного существования не просто как потребитель, а как исследователь, творец, созидатель. Пускай некоторые его утверждения кому-то могли показаться наивными, противоречивыми или спорными, но они не были замешаны на желании кого-то запутать или заблудить. В каждой фразе этого замечательного человека сквозила безграничная жажда жизни, интерес к новым открытиям, что возбуждало других людей искать ответы на самые сложные, порой неразрешимые вопросы. А не это ли является одним из показателей человека? Для создателей радио одной из основных целей является пробуждение умов, включение разумности, творчества, созидания, желание постигать и ведать этот мир. Без зазрения совести можно сказать, что в этом направлении Владимир Николаевич, как автор-ведущий, в полной мере соответствовал всем нашим стремлениям и представлениям. Время расставит все по своим местам. Сейчас же от всех участников Народного славянского радио я желаю Владимиру Николаевичу Дегтяреву сварги пречистой. Всем добра и здравомыслия.